игроков. Отличился во втором периоде на 27-й минуте. И опять Максим Карпов и Мартин Шкарсульс поучаствовали в этой шайбе. Напомню, что... Ух ты! Вот это да! В меньшинстве «Адмирал» забивает вторую, третью шайбу в ворота Александра Еременко. Вот это да! Артем Тернавский, напомню, получил 2 плюс 10 за атаку соперника сзади. Так что совсем другого развития событий мы ждали после перерыва. Смотрите, Шут скидывает Бергфорсу, тот стреляет неотразимо и не сумел здесь Доминик Кранер блокировать этот бросок. Шутца, номер 55-й,